Уже, наверное, все слышали о масштабном событии студенчества этого года – российской студенческой весне в Казани. 5 дней в столице Татарстана талантливые студенты со всей России представляют свои творческие способности, а оценивают их жюри – известные журналисты, актеры и хореографы. Нам удалось пообщаться с небезызвестным актером и певцом Виталием Гогунским. А первый вопрос был таким – вокал или актерство? Да, главное душа, что было. Вот, ну, ребята есть и танцуют, и поют, и талантливые, и все совмещают, и актеры, и все как бы нормально это смотреть. Скажем так, комплексный подход к творчеству. Каким я был студентом, тоже мы занимались с братом КВНом, тоже занимались творчеством. И мне, кстати, интересно спросить, а вот кто участвует, успевает еще учиться? Мы просто не успеваем. Успевают. Еще учатся, еще делают отрывки. Еще работают. Ну, в общем, что тут сравнивать? Сравнение явно не в мою пользу. Смотрели ваш инстаграм, вы гуляли по Баумана. Как вам Казань? Похоже на Одессу? Да. Чем? Ну, всем. И люди добрые, позитивные, и архитектура красивая, и погода, видите, какая хорошая. Ну и, наконец, совет от Виталия Гогунского, одного из главных актеров сериала «Универ», специально для зрителей «Универ смотри». Ребят, смотрите «Универ». Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, «Универ News».